Скажите, Лев Герасимович, может ли человек вырасти, расти без страданий? Вот знаете, когда у него все налажено, все хорошо, на всем готовом, это духовно может он расти? Он не человек. Даже так? Он не человек. Я считаю, что вот если не было таких страданий у меня, такие проблемы, это разве жизнь называется? Мне бы даже никто не знал. Тем более сегодня. Да. Удивительные вещи вы говорите, да. Правда. Даже такой случай был. Я Богу молюсь, что тебе ноги отрезали. Если у тебя ноги были бы, тебя никто не нашел бы. Типа все так быстро успеваешь, бегаешь туда-сюда. И говорит, я благодарю Богу, что у тебя ног нету. Ну, что это говорят. Ну, я еще раз говорю, это не жизнь, которая вот так, для себя проживет. Человек тоже прожит в окружении. Для себя это не жизнь. Можно и покушать, можно и поспать, можно и проснуться, можно и вообще не проснуться. Но когда ты думаешь, что-то хорошее, что от тебя зависит, что ты можешь, отдаешь, вот это называется. А вот я вам простой пример. Когда корова набирает молоко, его же нельзя держать, его же надо отдать людям. Вот человек тоже такой, что-то надо от тебя, что исходит, ты должен раздать. Но он должен что-то набрать для этого. Ну, а каждый человек набирает. Да, да, да. Как любой человек набирает. Да. Ну, нельзя, чтобы ты его вот так для себя все раздавай, отдавай.